14.01.2023 года, 18:15 по адресу Республика Мордовия, Ордатский район, село Баево, улица Нефедова, в районе дома номер 35, водитель управлял транспортным средством марки «ЛуАЗ», двигался по улице Нефедова, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание в правый кювет по ходу своего движения, в результате чего повредил опору линии электропередач. В салоне данного транспортного средства находилась его супруга, которая сидела на переднем правом пассажирском сиденье, и его несовершеннолетний сын, который находился на заднем правом пассажирском сиденье. В результате ДТП все участники получили телесные повреждения и были доставлены в Ордатскую районную больницу. Дмитрий Чембелеев, старший инспектор ДПС ОГИБДД ММО МВД Ордатовский.